Прогестерон 79,5 наномоль на литр на 32-й день цикла. Это хорошо для плода. И 4010 ХГЧ на 34-й день цикла. То есть практически вы беременны. То есть это цифры беременности. Нормально. Нет, в общем-то здесь попадает все это в нормальные показатели беременности. То есть идет запас прочности. То есть это желтое тело работает за счет того, что идет ХГЧ. ХГЧ влияет на желтое тело. Желтое тело вырабатывает прогестерон, который вот идет выше нормальных значений для небеременного состояния. То есть это вполне хорошая цифра. То есть, в принципе, цифра мне нравится.